В Ленинском городском округе отмечается снижение числа новых случаев заболевания COVID-19. По данным пресс-службы ВРКБ, за прошедшую неделю количество подтвержденных фактов коронавирусной инфекции в муниципалитете снизилось до 311. Таким образом, по состоянию на 7 декабря с начала пандемии число заболевших составило 6692 человека. Наметилась динамика снижения и числа контактных по коронавирусу. А тем временем Видновское РКБ расширяет количество коек, обеспеченных кислородом. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. Речь идет об основном стационаре больницы. У нас сейчас в данный момент установлено 248 точек кислородных. Большой помощью нашей администрации, главы администрации Алексея Петровича Спасского. Однако у нас стационар работает на 476 точек и у нас имеется 5 профилей, по которым мы работаем на фоне ковида. Здесь, конечно же, есть такие пациенты, которым в принципе нужен кислород, а на фоне ковида особенно. С помощью нашего правительства Московской области было решено провести нам абсолютно новую сеть этих кислородных точек, которые будут обеспечивать каждую койку. Она включает в себя проведение абсолютно новых магистралей, абсолютно новых точек подключения, 2 газификатора по 5 тонн, и будет установлен генератор кислорода резервный, который работает будет исключительно на реанимацию. Сейчас в стационаре находится 448 пациентов. Учреждение готово к поступлению новых заболевших.